С начала года в регионе зарегистрировано 652 пожара, в которых погибли 4 человека. Еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести. С началом отопительного периода в домашнем секторе зарегистрировано 62 пожара. Об этом сообщили в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. Все объекты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона тщательно подготовились к отопительному сезону. Предприятия теплоснабжения работают в рамках установленных температурных режимов. В целях предупреждения трагедии и повышения грамотности населения на системной основе проводится адресная профилактическая работа. В текущем году адресными профилактическими мероприятиями, связанными с автономными системами отопления, охвачено 315 тысяч индивидуальных жилых домов. Также более 609 тысяч граждан получили инструкции. Было организовано 3000 собраний жителей с охватом более 29 тысяч человек. В преддверии отопительного периода 2022-2023 года 6288 жилых домов, в которых проживают социально уязвимые слои населения, были взяты на учет. В настоящее время среди жителей этих домов проведена адресная профилактика. Следует отметить, что за последние два года за счет средств местных исполнительных органов в жилых домах установлено 2394 датчика, определяющих уровни токсичного и природного газа. Куляш Умурзакова, Дана Самат, Ислам Кудербек, 77 News.